Всем привет, хочу показать вам часы, сделанные по мотивам игры Stalker, ну и вообще по тематике Чернобыльской зоны отчуждения. По задумке, это советский прибор, видавший виды и, может быть, переживший катастрофу. В этой модели, как всегда, есть MP3 будильник с microSD-карточкой, на которую можно заливать свою музыку. Сейчас он как раз сработает, и многие узнают мелодию, звучавшую у костра в игре. Громкость можно регулировать с помощью отдельной крутилки, специальной для того предназначенной. Уровень громкости дублируется стрелкой на приборе, как и в часах по метро 2033. Кнопки с подписью «Дорожка» переключают, собственно, дорожку в плеере. Давайте выключим будильник. Здесь есть индикатор того, что будильник включен и выключен. Если он светится, внимание, значит он включен. Также здесь в небольшом диапазоне регулируется яркость свечения самих ламп. Такое я сделал впервые в часах. По-моему, прикольная фишечка. Еще эти часы можно взять и закрыть, если вдруг ночью вам не хочется видеть свечение. Сзади находится разъем питания. Ну и, в общем-то, по этим часам все. Надеюсь, вам понравилось видео, надеюсь, вам понравились часы. Всем спасибо за просмотр и всем пока!